Вас приветствует информационная служба телеканала «Звезда». В студии работает Юлия Рубцова и сегодня в эфире. Работа экономики, ответ на санкции, подготовка нового декрета о передаче президентских полномочий в случае внештатной ситуации. Президент Беларуси принял с докладом премьер-министра Романа Головченко. 77-я годовщина в Витебской области вспоминают героев легендарного прорыва. 14 мая начнется отправка призывников в воинские части. Сегодня же призывная кампания на финальной стадии. Мы производим до обследования медицинское наших ребят и проводим призывные комиссии. В торжественной обстановке новополоцкий «Химик» закрыл хоккейный сезон. Сейчас к подробностям. Траектория устойчивого роста в экономике отмечается по итогам первого квартала. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время своего доклада президенту. Неплохо сработали нефтепереработка, колейная отрасль, темп роста в промышленном секторе почти 109%. Финансовые показатели работы экономики складываются также оптимистично. Валовая прибыль экономики за первый квартал этого года достигла почти 2 миллиардов белорусских рублей. Выручка увеличилась на 20%, прибыль от реализации продукции на 30%. Премьер-министр также подчеркнул, почти на 5,5% выросли доходы населения. Президент обратил внимание, сегодня важны не столько цифры, сколько в целом прогнозы на перспективу. Глава государства интересовался предпосылками роста экономики по итогам полугодия. Не обошли стороной и тему антибелорусских санкций. Оставлять без ответа принятые меры Беларусь не будет. Я читаю средства массовой информации, различные прогнозы. МВФ, Всемирный банк там дает оценки и многие другие, наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы. Они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют. Поэтому самый точный прогноз должен быть в правительстве, что мы все-таки будем иметь с учетом проблем, которые существуют. Одна из них в последнее время, это не может не влиять на экономику, на финансы особенно, это попытка запугать нас санкциями. Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали. Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Во время встречи с премьер-министром президент Беларуси поставил задачу правительству совместно с Министерством иностранных дел пересмотреть работу в Беларуси так называемых западных гуманитарных программ. Некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее. Я порушал главе администрации. Вы Сергеенко передайте, что я на контроле это держу. Мы договаривались о перерегистрации этих организаций и средств массовой информации. Пора с ними заканчивать. А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Будут в России ходить по Балтике, перевозить грузы и вокруг Испании, там Средиземное море и через Черное море. Если им плохо с Белоруссией, нормальной Белоруссией, в центре Европы, устраивают нам тут разного рода закидоны. Вообще я всегда задаю вопрос, кому это выгодно и зачем? Слушайте, мы защищаем свою страну, и мы с вами, весь народ, мы хотим жить в своей стране, мы ее защищаем. Нас что, за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать. Говорили во время встречи и о финансировании антиковидных мер. На эти цели затрачены немалые средства, особенно на поддержку медиков, которые работают в красной зоне. Поддержка должна быть продолжена, несмотря на то, как будет развиваться ситуация в экономике, подчеркнул Александр Лукашенко. Уже по итогам встречи, общаясь с журналистами, Роман Головченко рассказал о подготовке нового декрета президента, которым в случае внештатной ситуации президентские полномочия будут переданы Совету Безопасности. Сейчас активно ведется подготовка данного документа. Известно, что в проекте декрета определено, как будет функционировать государство в случае внештатной ситуации, чтобы не допустить потери управляемости страной и мобилизовать силы на сохранение спокойствия и безопасности граждан. Какая будет окончательная версия, редакция декрета, пока не знаю, но в составе членов Совета Безопасности мы вырабатывали все предложения. Главное, о чем должен думать, на мой взгляд,
Глава государства – это о том, как обеспечить безопасность страны. И именно на эту цель направлен декрет. А какую роль будет играть какая персоналия, ну, это, наверное, не предмет для обсуждения. Мы все, руководство страны, несем коллективную ответственность за то, что происходит с государством. Вот мы действуем в рамках своих полномочий, но если сложится угрожающая для нашей страны ситуация, то мы точно так же коллективно и монолитно будем исполнять свои обязанности. К слову, возобновление санкций США против Беларуси никак не повлияло на поставку на белорусские НПЗ нефти из России. Российская нефть поставляется в Беларусь в соответствии с условиями контрактов. В штатном режиме продолжают работу и белорусские НПЗ. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация Транснефти о снижении поставок нефти в мае не противоречит заданием, так как показывает промежуточное значение транспортировки, которое, как правило, постоянно корректируется в течение полного месяца поставок, заявили в концерне. События весны 1944-го сегодня вспоминают на Витебщине. В ночь 4 на 5 мая близ деревень Плено и Поперино, что в Ушачском районе, 16 партизанских отрядов Полоцко-Лепельской зоны совершили легендарный прорыв 25-дневной вражеской блокады. Спустя 77 лет на том же месте собрались потомки поколения победителей, чтобы отдать дань памяти и поблагодарить за мирное небо. На мемориальном комплексе «Прорыв» побывали и мои коллеги. О событиях, происходивших в ночь на 5 мая 1944-го, каждый новополоцкий участник автопробега в честь 77-й годовщины легендарного прорыва хорошо знает. Из уроков истории, книг, из рассказов родных, из поездок на Ушатчину. А последнее случается ежегодно в начале мая. Новополочане трудовыми коллективами и семьями приезжают, чтобы отдать дань памяти и приобщить к этому молодое поколение. Для нас это очень важно, именно посетить те святые для Беларуси места, почтить память павших. Ну и в целом у нас всегда после этого долгие обсуждения данных событий, мы делимся впечатлениями. И в сегодняшнем автопробеге у нас в том числе участвуют и новые экипажи, которые впервые поехали. Действительно, это очень важно, очень интересно, потому что можно узнать, что вся Витебская область, она просто насыщена этими историческими событиями, историческими местами, куда надо обязательно ездить, посещать их и поклоняться перед подвигом наших предков. Великая Отечественная война прошла через каждую белорусскую семью. Многих коснулись и события мая 44-го, когда партизаны Полоцко-Лепельской зоны прорвали 25-дневную вражескую блокаду и вывели из огненного кольца свыше 15 тысяч мирных жителей. Поэтому их подвиг отзывается в сердцах не только ушачан. Меня лично с этим прорывом связывает. Здесь лежит мой дед, похоронен, погиб во время вражеской прорыва, вражеской блокады. 5-летней девочкой в эту блокаду вместе со всеми, с 17 тысячами мирных жителей, бежала моя мать. И, слава богу, выжила, благодаря чему я и жив. Поэтому, конечно, это святое для нас место, для всех, кто живет в Полоцком регионе. 77-ю годовщину легендарного прорыва в этом году встретили масштабным автопробегом и тематическими мероприятиями. Объединил всех митинг на мемориальном комплексе «Прорыв». Это место хранит память о подвиге. Здесь не хочется много говорить, лишь возложить цветы к мемориальным плитам, постоять в тишине и молча поблагодарить за мирную жизнь сейчас. Их пример обязывает нас крепить обороноспособность и суверенитет Беларуси. Главные уроки Великой Победы – это уроки сплоченности и единение народов, противостояние насилию и порабощению. Нам никогда не забыть жестокость, бесчеловечность и бесчинство врага на нашей земле. Мы это помним, и в этом наша сила. В Ушачском районе дышится по-особому. Здесь воздух, настойный на духе свободы и несгибаемой воли. Май 44-го повлиял на ход войны, во многом приблизил Великую Победу, которая объединяет все поколения. Не забыть это и есть главная задача сейчас. Анна Обдова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Защита своего отечества важна и сейчас, когда в адрес Беларуси продолжают поступать вызовы и угрозы. И благо, сегодня есть те, кто готов стать на стражу безопасности нашего государства. 14 мая воинские части Беларуси встретят новое пополнение. В этот весенний призыв со всей страны на укомплектование вооруженных сил других войск и воинских формирований отправят около 10 тысяч призывников. Призывная кампания в эти дни практически на финальной стадии. В военкоматах завершается медицинское обследование призывников.
учеников проходит заседание призывных комиссий. Проводим призывные комиссии, где предназначаем их в те или иные силовые структуры нашей республики. Вот. Будет проходить службу в различных войсках, это и внутренние войска, это и силы специальных операций, это и сухопутные войска, вот, и комитеты государственной безопасности. Поэтому у нас практика разнарядки молодых людей достаточно широкая. Уверены, что они достойно выполнят ту задачу, которую мы с вами вместе их возлагаем на них. Чествовать будущих новобранцев – это уже хорошая традиция. В Новополоцке с этой целью провели день призывника. Сюда также пригласили молодых людей, которые в скором времени также ожидают службы в армии. Среди них Антон Гайдук. Сейчас молодой человек обучается в университете, но уже через 2 года он пополнит ряды вооруженных сил Беларуси. Вообще, я первый раз увидел такое оружие. То есть до этого я только видел это в играх, а так вживую ни разу. Поэтому вот это очень привлекает. Для будущих призывников выставка вооружения воинских частей Полоцкого гарнизона. Здесь техника, оружие, средства защиты и не только. Также молодые люди смогли узнать о выполняемых задачах каждой из воинских частей. Скажи, что тебя привлекло на этой выставке? Чем тебе она интересна? То, что дается возможность воспользоваться различными видами орудий. Ну, нередко возможность такая вот представляется. После выставки праздничный концерт. Конечно, помимо концертных номеров, со сцены слова напутствия и пожелания стать надежными и достойными защитниками нашей Родины. Отправка в войска нового пополнения завершится в конце мая, а уже 12 июня новобранцы примут военную присягу. Чемпионат Беларуси по хоккею завершен. Обладатель заветного кубка «Минская юность». Команда в финальной серии плей-офф победила «Гомель». Для других же команд этот хоккейный сезон завершился раньше финала. В этом году достойную игру показал новополоцкий «Химик», и это один из поводов закрыть этот хоккейный сезон в торжественной обстановке. Продолжение темы в материале моих коллег. В Ледовом дворце «Химик» праздник хоккея, торжественное закрытие сезона. И, конечно же, по итогам плодотворной работы лучшие награждены почетными грамотами и благодарностями. Среди награжденных главный тренер, генеральный директор и тренерский состав, а также хоккеисты, члены основной команды и представители детской школы хоккея. Мы приняли решение провести это для, в первую очередь, для тех, для болельщиков, для фанатов, для людей неравнодушных к хоккею как виду спорта, чтобы это было массово, красиво и почетно для хоккеистов. За последние годы для развития новополоцкого хоккея сделано немало. Обновленная арена, новая хоккейная площадка. Огромную поддержку «Химику» сегодня оказывают спонсоры предприятия «Новополоцка». И эта сложная работа тренерского состава, игроков и команды неравнодушных дала свои плоды. Первое место в экстралиге «Б» и выход в дивизион «А». Достойно играли с самыми титулованными соперниками нашего чемпионата. Надо сохранять эти традиции. В первую очередь, создано все, возможности есть все. Теперь все зависит от упорства, от целеустремленности тренерского состава и, конечно же, наших спортсменов. Ну а самая основная задача, что мы развиваем нашу хоккейную школу. Потому что именно поддержка молодежи, именно поддержка школы хоккейной, это дает гарантии того, что будут рождаться новые звезды хоккея, которые будут успешно выступать как в составе нашей основной команды, так и в других клубах. Автограф-сессия с участием игроков «Химика», различные конкурсы, встреча болельщиков с тренерским составом и не только. Во время пресс-конференции подводили итоги сезона, вспоминали самые яркие моменты, озвучили и планы на будущий игровой сезон. Уже на сегодняшний день начали работу по подготовке. Значит, видим для себя необходимость в усилении команды игроками. Возможно, это будут, может, наши воспитанники, которые сейчас играют в других сильнейших клубах. Возможно, это будут игроки-легионеры. Значит, то, что видим мы для себя по задаче, исходя из того проекта, который будет, проекта регламента на сезон 21-22, то для себя видим задачу 6-е место. Стоит напомнить, что будущий сезон пройдет в новом формате. Разделения на лиги А и Б в рамках чемпионата страны не будет. Ожидается, что в сильнейшем дивизионе сыграют не менее 12 команд. Глеб Прокофьев, Сергей Залынский, телеканал «Звезда».
этому часу у меня все. Я напомню, что наши программы в любое удобное время можно просмотреть на YouTube-канале нашего телеканала «Звезда». Свежие новости также доступны в наших аккаунтах в социальных сетях. Далее передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Оставайтесь с нами. Это «Новости в форме». С вами Анна Чижлитаж. Добрый день. На полигоне под Минском прошли состязания среди расчетов топогеодезистов. Соревнования включили в себя три этапа – огневая подготовка, азимут и топографический квадратлон. В программе конкурса упражнения по тактической стрельбе из автомата, ориентирование на местности по компасу и тестирование расчетов по вопросам геодезии и картографии. Лучшие кандидаты представят нашу страну на армейских международных играх в Российской Федерации. Ветеран Великой Отечественной войны Павел Ярошенко посетил столичную механизированную бригаду. Военнослужащие соединения прокатили фронтовика на современном бронеавтомобиле «Дракон» и легендарном ГАЗ-69. Также ветеран познакомился с новой радиостанцией Р-181. Завершилась встреча беседой с бойцами бригады. 5 мая в Витебске открывается выставка военных предметов из семейных архивов. В ней приняли участие жители северной столицы. Они передали в музей фотографии и краткие биографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Экспозиция будет работать до 23 марта. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи. Спокойствие, мгновение радости и счастья. Минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей, знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды, храня верность традициям. Мы едины. Мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь.